Летнее солнцестояние – самая короткая ночь и самый длинный световой день в году. Этот день имеет большой энергетический потенциал, который мы можем использовать себе во благо. Зарядить себя новой, положительной энергией возрождения, обновления, роста, процветания, плодородия, изобилия и успеха. В этот день возрождается поток любви, света и радости. Как подготовиться к этому дню? Заранее уберитесь дома, чтобы сам день солнцестояния провести как можно приятно и позитивно. Рано утром в день солнцестояния оденьтесь в светлую или желтую одежду. Выйдите на улицу, повернитесь на восток, поздоровайтесь с восходящим солнцем и поблагодарите солнце за его свет, тепло и за все хорошее, что у вас есть в жизни. Можете сказать своими словами, а те, кто хочет получить от меня слова приветствия солнцу, то ставьте класс под этим видео и напишите в комментариях слова приветствия. Я с радостью поделюсь ими с вами. Напитайтесь и наполнитесь мощной энергией солнца и света до каждой клеточки вашего тела. Представьте, что целительные лучи света проходят по всему вашему телу и освещает, обогревает, исцеляет ваши болезни и исполняет ваши желания. Если не сможете это сделать рано утром, то сделайте, когда проснетесь, независимо от того, во сколько это будет. Можно сделать несколько практик на различные темы. Например, для здоровья и красоты рано утром, 21 июня, умойте лицо утренней росой. Это сохранит красоту и молодость, а также подарит силы и здоровье на весь год. Очищайте ваше тело. Можете принять ванну с солью. Сделайте себе маски, зажгите свечи. В этот день можно также сделать чистку ментального тела и себя от обид, претензий, злости, сожаления, страха. Смотрите мощную медитацию на избавление от негатива, ссылку в правом верхнем углу или в описании под этим видео. Для успеха и карьерного роста запланируйте и сделайте что-то новое, новый проект, новое обучение. Вы можете записаться в мою нумерологическую школу. Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Татьяна Дивия. Я консультант, основатель и руководитель нумерологической школы «Диагностика судьбы и предназначения человека по дате рождения». Больше про метод «Матрица судьбы» и про обучение в моей школе смотрите в папке «Матрица судьбы». Также я составляю индивидуальные аффирмации и мандалы на ваши желания, помогаю найти ответы на волнующие вас вопросы, раскрыть ваш потенциал и достичь успеха в вашей жизни. Если вам нужна помощь, пишите мне в Instagram. Вернемся к дню летнего солнцестояния. Сделайте в этот день что-то обычное и повседневное, но по-другому. Например, почистите ваши зубы другой рукой или пойдите на работу другим маршрутом. Это поможет расширить ваше видение и дать вам новые возможности, новые шансы в жизни. Чтобы привлечь в дом деньги и удачу, в этот день положите под дверь монету. Что нельзя делать в этот день? Нельзя ругаться и конфликтовать. Проведите мирно этот день. Сделайте что-то приятное для себя и для других. Говорите приятные слова и комплименты. Накройте на стол с различными угощениями. Чем богаче будет ваш стол, тем богаче будет этот год. Пригласите близких вам людей, присутствие которых приносит вам радость и удовольствие. Проведите этот день весело, радостно, гармонично и позитивно. Мечтайте, представляйте, как вы рады, получив желаемое, и наслаждайтесь благодарностью каждой минутой этого волшебного дня. На закате солнца повернитесь на запад и проведите солнце за горизонт. Вместе с ним отпустите из вашей жизни страхи, болезни, обиды и весь негатив. Затем поблагодарите солнце. Вечером можно разжечь костер и сжечь в нем старые вещи, при этом представляя, что с ними сгорают ваши болезни, обиды, проблемы и так далее. Этот волшебный день дает нам импульс и силу на новые достижения в вашей жизни. Это мощнейший день силы, когда любая просьба человека будет услышана. Поэтому день летнего солнцестояния – самое удачное время для загадывания желаний. Желания можете загадывать, связанные с ростом, процветанием и увеличением, например, женской привлекательности или финансового дохода. Как правильно загадывать желания, вы тоже найдете на моей странице. Друзья, если вам была полезна эта информация, то поставьте лайк, поделитесь этим видео с вашими близкими, чтобы
чтобы они знали, что вы желаете им всего самого наилучшего и всех благ. Я вас крепко обнимаю и желаю вам светлого и солнечного будущего.